Воскресная школа Кафедрального собора Вознесения Христова города Магнитогорска приглашает ребят, играющих на гитаре и скрипке, к участию в детском инструментальном ансамбле. Требования. Минимум третий класс музыкальной школы. Уверенное владение инструментом. В программе. Совместное исполнение классических и духовных произведений. Руководитель иеродиакон Ираклий. Время. Суббота с 15:00 до 17:00. Адрес: улица Вознесенская, 33. По вопросам обращаться к директору воскресной школы Еремян Наталье Михайловне. По телефону плюс 7 903 384 44 15.